зачем столько, да, перчаток надо и столько защитных средств? У них разные задачи, именно поэтому и столько и нужно. Смотрите, если вы работаете ударную технику и собираетесь ставить удар теми ударными частями, которыми реально надо бить на улице, и которые максимально безопасны, вот, например, это кентес, да, вот сейкен, вот эта часть, две костяшки, то для того, чтобы научиться ими бить сильно их и хорошо, и именно ими попадать, надо по снаряду ими бить очень часто и много, и чувствовать, что вы попадаете именно этими частями. Лучше всего, конечно, это чувствуется, когда вы работаете голой рукой. Это и понятно, собственно говоря. Но на начальном, значит, этапе ученик начинает, когда работать, и он сразу начинает бить этими частями, он просто их обдерет, слезет кожа. Будут какие-то мозоли, долго будут заживать. Это плохо.